29 января, Красинье, Владивосток. Рыбалка так себе, рыбка разбрелась уже по бухтам. Эхолотик эту информацию подтверждает. Говорит, что ребята, отдыхайте, рыбки пока нету. Что же делать? Отдыхаем? Вот так вот мы отдыхаем в компании с грилем. Оп. 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 В общем, что поймали, то пожарили, то съели. Чем богаты, тем и рады. Это Сережка, который делает конкретную дичь, про которую писали в комментариях. Это Леха с канала Алексей 125. Который рыбачит эту дичь. Ставим лайки, подписываемся, не забываем писать комментарии. В комментариях могу ответить на любые ваши вопросы. Абсолютно на любые, проконсультировать по навигационной технике, рыбопоисковой и прочей. Кстати, скоро выйдет новый ролик про эхолот, постройки полностью, как его подготавливают к зимней рыбалке. Потому что я не нашел на зиму рыбалку, у нас руки эхолотом Лоуренс. Скоро выйдет новый видео. Ну все, господа, всем привет, всем хорошей зимы. Скоро весна, начинаем готовить катера. До встречи.